подстриглась. Все секущиеся концы убрали, пришлось опять заново нам сделать здесь лесенку. Вот. Ну, вот она у меня здесь, она ее собрала. Сейчас делаем, занимаюсь, мне неудобно. И мой парикмахер сказал, что у меня волосы стали прям, ну, тусклые какие-то. Она спросила, говорит, ну, ты ничем не болела, да? Конечно, наверное, болела, и у меня сейчас с желудком проблемы. И вот зашла сейчас в Магнит Косметик, купила вот такой вот эстелевский тоник. Он на все случаи жизни, как говорится. Так, двухфазный кондиционер спрей. Основной уход увлажнение, термозащита. Вот. Буду ее пользоваться. У меня давным-давно такой был хороший. Как бы, надеюсь, состав не сменился. Раньше был прям хороший. Вот посмотрим. Так, мы приехали на дачу в баню. Такая красота здесь. Вот. Сейчас помоемся. Зашла в интернет-магазин Кари, решила посмотреть вот себе вот такие вот, как тапочки, балетки они называются, подрили, может, правильно. И наткнулась, ну, на них, и вот решила заказать через этот интернет-магазин. Видим, что они в магазине были 1000 рублей, потом 800 рублей. Но по итогу предоставлялась в интернет-магазине скидка 300 рублей, и вышли они мне в 540 рублей. Кожа натуральная, но это был последний размер. Сейчас я ношу их на работе и очень удобно. Вернулись из торгового центра и приобрели себе покупки небольшие. В Adidas зашли, там были распродажи с 50% скидкой. Мы взяли вот мужу, мы купили ботинки, точнее кроссовки. Такие они, кстати, похожи на Nike. Идет замша, текстиль. И здесь вот такие вот кроссовки. Очень похожи на найковские. Вот такие взяли. По стоимости они по скидке шли 3000. Да. Вот у них вот артикул, по-моему, здесь идет. Да. И я себе приобрела вот такие розовые. Текстильные они. Ну, цвет прикольный у них. Они стоили 3400, но как я первый пользователь, у меня есть интернет-магазин, как этот приложение, точнее, Adidas, и там дается 10% на любую, которую совершаете покупку. Вот такие вот взяла себе прикольненькие. Вот, они у меня вышли там 3,50, по-моему. Вот такие вот. Здоровские, удобные, легкие. Не знаю, как в носке, посмотрю. И сейчас еще вам покажу платье, которое я приобрела. И зашла в Керу Пластин, у нас магазин есть в Нижнем, на Фантастике. Приобрела вот такое платье вот в этом магазине. Хлопок идет 100%, очень красивое, легкое. На лето, в жару. Симпатично. У меня такое же есть похожее. Только я брала намного дороже и... Там, по-моему, в составе идет вискоза. Это прям вот легкий хлопок. Такой вот. С пояском. Здесь кармашки также с обоих сторон. Вот, а здесь такие небольшие воланчики. По стоимости... Здесь вот нитка. Надо будет обрезать. По стоимости оно было изначально 4600, а висело всего лишь 2 S-ка и M-ка. Вот сейчас оно мне S-ка. Оно вышло 1600. Так что хорошая покупка. На лето самое то. Красивое. Девчонки, смотрите, что приобрела на Алиэкспрессе. Это вот такие идут накладки под мышки. Потому что такая фигня у меня происходит, что я не одену светлую одежду в футболке, то дезодорант оставляет желтые пятна. И у меня они не выводятся вообще никаким уже средством. И вот решила вот теперь на будущее, что если буду одевать белые футболки, цеплять к бюстгальтеру, потому что на саму руку я попробовала, резинка перетягивает. А вот к бюстгальтеру, я думаю, что прицеплю, вот как вот здесь, да, на снимке, то думаю, что не будет это дискомфорта. Вот, и штучки было в наличии. Пришло недели за две, наверное. Что-то, ну, быстро, нормальная доставка была. Вот, попробую, поделюсь с вами, как, ну, хорошо, нехорошо. Вот. Интересная, полезная, мне кажется, будет штука.
чтобы защитить свою одежду от этих дезодорантов. Сейчас была у косметолога, ходила. Мы делаем сейчас уходовые процедуры, потому что пилинги проделали 9 раз. У меня подкожники-то все ушли, а на той неделе у меня все опять заново высыпало. Но я не понимаю, у меня сильный зуд, как будто аллергическое уже идет. Может, поела то, что Викторию, я не знаю. Вот. И мы сегодня провели процедуру Дарсенваль. Наносятся электротоки такие. Вот. И нанесли... Так, был энзимный пилинг, потом вот этим Дарсенвалем. И мне наложила маску поросуживающую на основе глины. И у меня даже как-то воспаление даже немножко, ну, меньше как будто стало это уходить. Вот. Сейчас, может, поделаем этим электрофорезом. И она мне в подарок дала такие патчи вокруг глаз. Так, фирмы Beauty Style. Да, коллаген увлажняющий патч для глаз. И взяла у нее попробовать тоже Beauty Style такую маску. Коллаген и зеленый чай для жирной смешанной кожи. Контроль. Вот такая маска. Она пропитанная составом специальным. Попробуй. Она сказала, в холодильник уберешь и потом ее нанесешь, и будет хороший результат. Вот можем посмотреть, что идет активные компоненты. Так, и, кстати, состав очень хороший. Мало прям, что какой-то коллаген, зеленый чай. Так, глицерин, вода. Вот когда вода на первом месте, самый хороший, наверное. Так, глицерин, коллаген. Это уже на уменьшение, конечно. Алоэ в самом последнем месте. Так, время экспозиции 20-30 минут. Ну, попробую, посмотрю с вами. Нанесем такую маску в следующий раз вам, да. Будем смотреть. Забрала заказ с H&M. Заказала племяннику летний костюм. Сейчас я вам покажу, какой. Упаковали, конечно, не нравится. Так. Такой вот он шел. Зеленого цвета. Ну, такой оливковый, точнее. Цвет приятный. Такие вот шорты. Вот такие шортики. Ой. Ростовка у нас 122, по-моему, идет, да. 122. Да. 6-7 лет пишут. Но нам 5. Я боюсь, что они нам большие будут. Так, а это футболка шла. Хотя там ростовка 122 и... Достаточно больше мерят. Ладно, мы прикинем, посмотрим. И вот такая футболочка. Вот. Так, она идет у нас. Так, на рост 122-128. Да, надо будет мерить. Тут и придется делать возврат. Такой приятный хлопок, тоненький. Вот такие. Вот. Спасибо за просмотр.